Трое котят. Волонтер уже не стала смотреть на то, что они маленькие, имея опыт и с их сестричкой. Хотелось бы продолжить начатую вчера тему насчет четверых котят, забранных волонтером Владой с улицы в домашний мини-приют «Девять жизней», которых, к слову-то сказать, уже да и не четверо. Еще в субботу возила хозяйка передержки в ветклинику всех четверых малышей. И несмотря на то, что все поначалу шло гладко, резко стало котенку черепашки, и за два дня ее буквально не стало. Гадать, что стало тому причиной, уже бесполезно, ее все равно не вернуть. На свой страх и риск волонтер обработала от глистов остальных троих малышей, а через пару недель нужно обрабатывать всю толпу. На содержание девушки уже 60 хвостов ее приюта. Нужна помощь в закупке препаратов от паразитов. Это далеко не малая сумма на такое количество, даже при том, что врач будет отпускать по стоимости накладной. Приюту актуальна любая поддержка сейчас. Необходимы продукты питания, крупы, корма, медикаменты, наполнитель для лотков. Все упирается в средства, которых просто-напросто у волонтера сейчас нет.